привет из парка Берендеевка. Сегодня на велике ехал по улице Костромской, решил заехать в парк. Сразу обнаружил здесь различные укрепления, горки. И, видимо, все это предназначено для любителей активного отдыха, пейнтбола, скейтбордистов. Сегодня никого нету. А я сейчас собираюсь доехать до прудов парка, поснимать пляжную зону. Продолжаю пляжную тему, хотя на дворе уже август, погода переменчивая. Можно сказать, что в центральной России, к сожалению, пляжный сезон закончился. Посмотрим, интересно, меняется ли пляж парка в лучшую сторону. Итак, следующее включение – Берендеевы пруды. Первые два пруда парка, всего их на территории три. Слева от меня центральный пруд, где и находится пляжная зона. Много уток плавает в прудах, горожане их подкармливают. Сегодня будний день, отдыхающих не так много, а мне надо перебираться на другой берег. Мостик через пруды, висит предупреждение: «Осторожно, аварийный мостик!» Дрища-то какая! Берегите ноги, можно запросто получить травму. Вода зеленая, утиные отряды плавают, ждут хлебушка. Вижу первых загорающих, парочка в камышах. Надеюсь, мост отремонтируют. Съезд очень ужасный, яма, асфальтовый провал. Так что обязательно слезайте со своих велосипедов, самокатов. С детскими инвалидными колясками здесь не рекомендую ходить. А я сейчас пойду вдоль берега. На пруду что-то или кто-то плывет. Берендеевское чудище. Иду вдоль центрального пруда. Он рекомендован для пляжного и активного отдыха. Напротив расположены домики отеля «Берендеевка». Здесь вы не найдете пляжного песочка. Можно сказать, травяной газонный пляж. И отдых вас здесь ожидает. Чудищем оказалось обыкновенное бревно. Отдыхающие, загорающие обычно располагаются на травке. Заходы такие здесь. Народу никого, хоть и погода хорошая, солнечная, но загорали все этим летом. Центральное место Берендеевского пляжа. Обычно в жару здесь народу, как на пляже в Анапе в сезон. Напротив, в березках сделано много деревянных беседок, где наш народ кушает, закусывает и так далее. Со своим приходят и отдыхают. Но, к сожалению, немногие за собой убирают. Хотя, вижу, урны есть, но не попасть в урну. Укачивает. Коробки от пиц валяются. С туалетом здесь большая, очень большая проблема. Народ по своим нуждам ходит в этот лесок. Я уж туда не пойду разглядывать следы бомбометателей и вдыхать приятные ароматы. А туалет здесь можно найти в ресторане «Берендеевка». Но пускает ли туда ресторан отдыхающих? Телем-ресторан «Берендеевка» очень красивый. Внизу есть киоск летний, где можно заказать блюда из ресторана. Автомат «Рокки» для тех, кому силушку девать некуда. Летний бар не работает. Деревянные беседки для него предназначались. Детский надувной батут вроде бы работает. Из-за пандемии многое чего не работает, закрыто. Дерево счастья, пора бы его поменять. Рядом с пляжем расположена зона активного отдыха. Также детская зона. Есть несколько качелек. Но маловато для деток развлечений. Прокат лодок, катамаранов. Купание в этой зоне запрещено. Батут. Для экстремалов через пруд натянут трос. На пруду есть трамплин для прыжков. Любителям вейкбординга будет не скучно. Такой пляж на Берендеевых прудах.
Пишите комментарии, что бы вы хотели увидеть здесь, ваши предложения. А я покажу вам заходы в центральной части. Это самый широкий заход в воду по песочку, плавненький. Кругом травка, урна есть. А это так называемая передевалка. Деревянная, по виду убитая, внутри что-то валяется. Сейчас загляну. Гвоздь торчит. Фу. Да, и здесь у нас умудрились устроить свалку и туалет. Для передеваний не рекомендую. Такой центральный пляж в парке Берендеевка. Я лично купаться здесь не люблю и не хочу. В жару народу много, с туалетом беда. Так что многие ходят в реку, в лесок. Санитарная и эпидемообстановка нулевая. Много народу тонут в этих прудах. Спасателей здесь не видел. Это третий пруд парка. Здесь тоже любят купаться и загорать. Подробный обзор парка у меня есть на канале. Приглашаю посмотреть. Новым подписчикам всегда рад. А старым передаю большой привет. Иду на соседний берег. Противоположный берег. Женщина рыбачит. Вдоль берега плавают утки. И на самом берегу уточки греются на солнышке. Но и отдыхающие парка не прочь полежать на травке. Такая обстановка в парке Берендеевка. Рядом с прудами расположена скульптура. Герой былинных сказок, трехголовый змей Горыныч, тащит плуг. Привет, змей Горыныч! Здорово, здорово! Свобода! Скульптура символизирует работу власти на благополучие людей. Потеру плуг на счастье. Глядишь, и свободу почувствую. Поглажу и головушку. Служите народу! Всегда готовы! Три головы символизируют исполнительную, законодательную и судебную власть, которая на службе народа. Вот такой у нас в парке Змей Горыныч. Ну что, Змей Горыныч, надеюсь, не подведешь. Постараемся. Пока, трехголовый. До свидания. Я завершаю свой ролик. Не забывайте что-либо поставить. Всем я пожелаю добра. Проводите последние летние дни хорошо. Всем пока и до свидания. До новых встреч.